А теперь к новостям культуры. В день рождения композитора Георгия Свиридова в Курске прошла презентация книги, посвященной творчеству нашего талантливого земляка. Авторам удалось собрать факты, многие из которых были неизвестны широкой публике. Отдельного внимания заслуживают фотографии, опубликованные на страницах издания. Большая часть тиража отправится в библиотеки и школы. Одним из авторов книги «Знаки жизни. Неизвестный Свиридов» стал друг композитора Андрей Золотов. Он вспоминает, с каким трепетом Георгий Васильевич относился к своей малой родине. Эти чувства находили отражение и в творчестве. Что такое «Курские письма» Свиридова? Это совершенно особенное произведение. Он сумел народную песню Курского края, который для него родной, он ощущал это родство очень близко, очень нежно. Он поставил это на какой-то великий пьедестал. А комитет по культуре сделал подарок меломанам. Диск «Приношение Свиридову», хорошо известные слушателям произведения Георгия Васильевича, исполняют артисты Курской филармонии. Напомним, следующий год будет юбилейным. По инициативе губернатора, которая нашла поддержку со стороны руководства страны, столетие со дня рождения Свиридова будет праздновать вся Россия. Запланирован целый ряд мероприятий. Некоторые из них пройдут до конца уходящего года.